Па-п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 а. Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Куплинов Плей, мы продолжаем проходить Last of Us. В прошлой серии мы с вами запилили пару кадров. Ты как? Я вообще отлично. Силы на исходе, ну я справлюсь. А, да, про неё-то похеру. Аж пару кадров запилили, чтобы на Оскар, короче, в следующем году попасть за самые уже шедевральные близко. Выстрелы. Не знаю, как оно все сложится, если вы, в принципе, будете голосовать, то мы его получим. Надо спешить. На улице без разрешения будут арестованы и предстанут перед судом. Прям что мы испугались. Я покажу. Че выносим? Мозги кому-нибудь, сейчас вынесем. А подожди, а у кого разрешение брать? У мамки, папки? Надо сходить взять. Открывай давай. Так, время 10:10. Нормально. Часы, по-моему, только не ходят. Джоэл, помоги мне. Ты какая беспомощная-то. Ну-ну-ну-ну. Действительно. Вставай. Давай. Отвали от нее! Эй! Отпусти. О, это девка из этой, из картинки. Как ее зовут? Что, не знаю, как ее зовут. Детей вербуете? Она не из наших. А кто она? Черт. Что случилось? Не волнуйся, заживет. Нашла помощь. Но сама не пойду. Чё за девка-то? Она была на картинке, я помню. Я тоже остаюсь. Элли. Элли? Другого шанса не будет. Нормально. Стоп. Так речь о ней? Группа наших будет ждать возле Капитолия. А ее отвезти надо? Да уж, не ближний свет. Вы справитесь. Отведете, вернетесь, оружие ваше. Вдвое больше той партии. Кстати говоря, где оно? У нас в лагере. Да слышь ты, эти разводы нам не совай тут. Покажешь, тогда и договоримся. Во-во, а то и что, у нас в лагере, а пойдешь лагерь не со тут. Мной. Проверишь оружие, меня подштопают. Но ей в ту часть города нельзя. Чё это? Джоэл за ней присмотрит. Подожди, ты я что? На это не подписываюсь. Я Элли. С ней пойду. Ты их знаешь? Я знала его брата Томми. А, это... Он сказал, что на Джоэла можно положиться. Это мы помним, да. Уже после того, как бросил с вами партизанить. Он и тебя бросил. Сука. Он был мне другом. И бросил, как-то не вяжется. Веди ее к северному тоннелю и жди меня там. Всю жизнь мечтал. Это просто груз. А где коробка тогда от него? Блин. Хватит спорить. Не бойся. Ладно. Упакуйте ее, как я ее понесу? Иди с ним. Этот груз. Только недолго. А ты за мной. Шклата. Пошли. Пойдем, шли. Во, нормально. Это тебе груз. Предупреждать надо, что у тебя груз с ногами, с руками говорить умеет. Сука. Здорово. Че, как пообщаемся, может? Я Джоэл. Ты как вообще тут оказалось? Говори правду, говори мне все. Какая большая голова, смотри. Ладно, мать, пойдем. Поржем по дороге. Ого. Я слышала стрельбу. Да, это мы попалили маленько, че. Опа, а это уже что зомбари, случилось? Да? На нас напали Шикарные. Военные. Если не уберемся с улицы, тоже будет и с нами. Окейшки. Ты же профи, я просто иду за тобой. О, конечно, пойдем, все правильно ты говоришь. Так, ну эти нас, походу, не запалят, да? Ай, слепые все. Куда нам? Сюда, что ли? Так, я профи. Я профи. Профи я. Вообще профи прям, профи. Только я не знаю, куда идти. Ты не знаешь, куда идти? Я профи. А, вон. Все, пошли. Мать, профи нашел дорогу. Профи, он на то и нужен. Кто эта женщина? Почему она постоянно какие-то страшные вещи говорит? Ее заставляют, наверное, она не хотела все это произносить. Я здесь прятаться сейчас не на... Ап, да, забрали наверх. Здорово, пацаны! Эй! Слепые черти, не видит ни хера. Залазить? Нет, сюда что ли? Хватит джойстик вибрировать, что происходит-то? Подумаешь, машины рядом проехали, что такого-то. Что-то зомбарей мало, а... Сюда, так мы попадем в северный туннель. Давай как бы шевели ногами-то. Погоди минуту.
В смысле? Ты тоже не знаешь? Вот же проход, чего мне нравится. Надо подвинуть ящик, наверное, да? Да. Давай. Нет. Да отцепись, подожди. А, понял, поехали. Ури задавлю! Эх, дурной я парень. Могу задавить мусорным баком. Отлично, приштыковали. Пойдем, подсажу. Паркурщик херов. Кругом паркур, почему нет-то? Пойдем, 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 живее! Она ж сама-то не допрыгнет по-любому. Она еще молода. Ну, что стоим? Наверх! Пойдем. Ты за... Да она тоже баба-то не промах. Ты посмотри, сама запрыгивает. На забор, который в два раза выше ее. Нормально? Какой товар? Мы вообще ничего не таскаем. Типа контрабанду? Иногда. А, мы контрабандисты? Детей водил? Веду. Нет, это первый раз. Так, ну тут никого и не будет. Что за дела у тебя с Марлин? Ну мы вроде как дружим. А ничего, что она старше тебя в три раза? Дружите? Глава ЦКАД подружка твоя? Тебе сколько, лет 12? Она знала мою маму, и она за мной присматривает, а мне 14. Какая вообще разница? Действительно. А где твои родители? Там же, где у всех. Умерли давно. Ай-яй-яй. Значит, ты решила забить на уроки и сбежать к цикадам за приключениями? Мне запрещено говорить, почему я должна выбраться из города. Ну, не говори. Знаешь, почему я люблю свою работу? Потому что знать почему мне не обязательно. Мне вообще плевать на тебя. Ты чего достал-то? Отлично. Супер. Ты чего пистолет схватил? Ты меня так не пугай. Ага, я вроде ничего не нажимал. Или, может, задел? Задел курочек, не знаю. Ладно, нам сюда. Пришли. И все? Я думал, подольше будем идти. Или он домой ее привел? Хотя, не смог, привел ее домой, он знал, как сюда идти. Я посплю, короче, а ты посиди пока. Чего разлегся? Убиваю время. У него часы разбиты. А мне что прикажешь делать? Убирать дом. Ты сама придумаешь. Логично. Баб, взрослый, тебе 14, у тебя паспорт должен быть уже. Первый. Часы разбились. Спасибо, Кэп. Музончик пошел. А я ведь когда буду старый совсем, у меня тоже будет седая борода. Это будет смотреться брутально. Но ты мне... бормочешь во сне. В мои 15 ран, пока седую бороду иметь. Ненавижу кошмар. Да, я тоже. А мы что, ждем бабу твою или что? Эту чаек? Я еще не бывала так близко. К чему? К границе. А-а-а. А как нам туда пробраться? Здесь так темно. Сейчас организуем все. Там что, еще хуже? Я не знаю. Хуже? Да не знаю я. Зачем вообще это нужно цикадам? Эй, простите, что задержалась, проклятые солдаты. Как Марлин. Жить будет. Я видела товар. Много. Отлично. Готовы? Давай всегда, вообще, да. Как пионеры. Идем. Погнали. Пойдем. Как ее зовут-то? Сука, забыл. Лесли, это Нильсен. Как-то ее зовут? Скажут нам еще 100 раз, ладно. Я с первого раза не запоминаю. Тебе не кажется странным, что Марлин выбрала нас? Так мы лучшие. Она хотела отвезти девочку сама или с кем-то из своих отправить. Но на безрыбье. У нее мало людей, пришлось нас просить. Окей. Надеюсь, будет кому нам заплатить. Кто-то найдется. А где проход? А, у вас... Как я не догадался, у вас же еще один секретный проход. У вас же этих секретных проходов куча просто. Пошел. А ты не пройдешь, что ли? Опа. Затоптал девчонку. Извини, я не специально. Че это? На что нажимать-то? Надо в ту точку попадать. Отлично. Друн-дун-дун-дун-дун-дун-дун, заводи, поехали. А, это лифт, вот те раз.
У них тут еще... Кто нас будет встречать? Хотел сказать электричество, если же генератор. Несколько цикад из другого города. Большая честь. Ты да. Кто такая? Ты дочурка важной шишки, что ли? Типа того. Какой важной шишки? А что ты мне ничего не сказала? Долго нам еще идти? Да хер его знает даже. Если все пойдет по плану, мы дойдем через пару часов. Пару часов! Ты не отходишь ни на шаг и делаешь, что скажешь. Это ж три серии. Да, конечно. Лезь. Пару часов, это натуре три серии. Ты что, ты как вообще так слишком долго? Ну и ладно. Они же вдвоем на картинке, возможно, они подружатся. Стойте, впереди патруль. Да чё там два инвалида пошли? Ща быстренько их укромсаем. Ну все, ушли, вылезайте. Как же её зовут? О, Элли. А, Элли, все, вспомнил. Элли, Элли, Элли. Элли. Осторожно. Элли. Странное имя, если честно. Не слышал такого ни разу. Элли. Или в какой-то сказке такая херня была. Дождь, конечно, не радует. Дождь вообще ни к чему сейчас здесь. Охренеть. Я за кордоном. Так, ну-ка не ругайся, слышь? Ты же за охренеть. Тебе сколько лет-то, эй? 18 стукнет, можешь сказать. 21 можешь матом ругаться. Сейчас пока не положено тебе. Ты даже водки еще не можешь купить. Какие охренеть? Элли, давай не дури. Че еле идем? Пошлите быстрей. Вообще-то на улице дождь, все дела, сейчас простудимся, патруль заберет. Все будет очень плохо. Вот сюда. Звук, конечно, отличный прям. А, тьфу, это столб. Я думал, охранник стоит. А не, он синий. Ой! Сученька. Так, без глупостей. Ты что делаешь, мать? Еще один сзади, сучата, а? Попались мы, короче. Я доложу. Ладно. Что сканировать? За голову. Так, нас трое. Это Рамирес, сектор 12. У нас двое. Трое бродяг. Так точно. Да избежать. Хорошо заплатим. Заткнись. Да хорош, Джубей. Как все задолбало. Чего вы делаете? Скоро они. Пара у минут. Них там штрих-код, что ли? Меня поражают здешние бабы, если честно. Хватит ругаться, я тебе еще раз говорю. Я не думала, что вы их убьете. А ты думала, что мы с ними сделаем-то? Рану ему залечим, что ли? У меня аптечек лишних нет. Смотри. Что такое? Нас прописали? Охренеть. Это от кого? Это проба на зомби. Не понял, это что, подстава? Я... Она зомби? На нас повесили больную девчонку. Я не больна. Нет? Ага. Прибор ошибся? Я объясню. Да уж, придется. Смотрите. Да плевать, как ты заразилась. Она может антивирус. Укусу 3 недели. Дольше 2 дней никто не протянул. Хватит врать. 3 недели. Клянусь. Зачем вас подставлять? Откуда я знаю, что вы там придумали? Может, мы вам мешаем? Я тебе не верю. Я тебе не верю. Который рай, вот же ты как так. Беги, чуёк. Беги! И ты беги. Погоня, вот ты Спайдермен. Бежим, как бы, дай повернуться или что, будем смотреть на них? А, валим. У меня 2 трупа. За мной. Быстро. Опа, спокойненько. За тобой, беги. Собери серию. Бежим по моему сигналу. Окей. Бежать по сигналу. Ясно. Я тоже понял. Все нормально. Отлично, бежим. Ой. Ой, 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 ой. Сука, сука, сука. Запалили, да беги уже. Надо было раньше об этом говорить. Я уже держался близко к фонарям. Так, все отлично, пока бежим. Ой, вот и все. А, нет, не все. Я думал, мы в длинный тоннель. Солдат? Сколько? Где? Я ни одного не вижу. Да вижу, вижу. Тихо, тихо, тихо. Похоже, прорвались. Проверить траншеи. Ой, нет, какие траншеи? О чем ты говоришь? Жесть. Ни черта не вижу. Они точно побежали сюда? Пригнись, а то заметят. Ой, уже заметили, спокойно. А, нет, не заметили, пока просто джойстик перевибрировал. Отличненько. Ща, все будет.
Ай, сейчас меня запалит, смотри, скотобаза какая. Смотри в другую сторону. Молодца. Хорошо. За мной! Джой, Джоли, Элли, за Джоуилом топай. Так, нам походу он туда. Давай. Да не, он как-то слишком серьезно палит. Нам туда-то надо или куда? Где, сука, указатель? Куда бежать-то? Там, по-моему, тупик. Так, ладно, сейчас он надо водит туда, и мы бежим. Хорош. Спецназ вообще. Ты вот еще черт. Где вы там, девки? Тут все тихо. А что впереди? А хер его знает. Дырка как. Ничего. Опа, 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 опа. Бежим. Ты что, не залазишь? Так, ну все, отлично, в каком-то болоте. Здесь нас, в принципе, никто не запалит. Не, ну мы те еще стрессеры, ты посмотри, что делает. Как? Почему я тут не залез? Ты какая у тебя суперспособность, что ли, если я не пойму? Ты слишком высоко залазишь. Там впереди еще. Где? Понял, понял, понял. Ждите. Так, этих надо как-то ушатать быстренько. Нет, он там один, да? Да подожди ты, с вами пошли. Нам куда выше? Погнали. Опа. Какие щелкуны? Как еще? Слышь? Защищай меня, щелкуны. Прикинь, говорит, пусть их щелкуны сожрут. Я не хочу. Я хочу спокойно живым добраться. Они так, короче, тихо это делают, что просто невозможно это услышать, отвечаю. Опускай. Да, сержант. Кто сержант? Да мы уже давно пригнулись, что ты паникуешь? Сейчас на танк сядем, расстреляем всех. Как же их тут много. Да вообще что-то до хера. Как мимо них пробраться? Или я не знаю, мы сейчас сами будем это что-то придумывать. В обход по домам? Ну что там? Чё-чё, беги. Жесть. Беги давай, жесть. Так, ладно, а тут как... Подожди, у меня есть кирпич? Есть. Все отлично. Так, давайте-ка вон туда, я им кину, короче, бутылочку, а мы сами убежим. Они совсем рядом. Отвлек, отвлек уже. Опа, какого хера ты здесь ты идешь? Еще фонари. Так, давай. Потихой. Сука. Фу ты, это молния. Тихо, тихо, да не так кнопка-то. Ладно, отлично, а куда нам вообще? Хорошо. Кирпичик. Его тоже надо кинуть куда-то вон туда. Подожди, а куда его кинуть-то? Я, по-моему, по кому-то попал. Я не хотел, чуваки. Они меня запалили, да? Не, не запалили, бежим. Все нормально, все прокатило. Вообще потихо, быстренько вниз ползем и все. Отличненько. А вот и мы, собственно. Какую секунду, пошли. Сейчас разберемся. Неважно, куда она ведет. А главное, что она ведет в безопасное место, которое пусто от военных. Э, бабы! Бабы. Бабы. Вы где? Дай хер с вами. Заставка начнется, придут. Они что-то это не хотят вместе со мной действовать. Я, по-моему, кому-то по голове этим кирпичом зарядил. Я не специально. Похоже. На что? Не отставай. Элли, да, там, не дури. Хоть от дождя скрылись. Стоп, стоп! Опять солдаты. Где? Нас пока не видят. Окей, погнали. О, они уезжают, отлично. Не лезем на свет. Вообще не надо на свет лезть. Свет может нас спалить. Кто там кряхтит, старухи, вы чё? Так, военные-то ушли, нет? Где они там? Вроде ушли. Ну и хер с ними, пойдемте. Да четко мы вообще все сегодня делаем. Прям даже ни разу не запалили нас. Пока, что? Так, нам туда-сюда. В смысле, вот так, нам сюда или нет? Встань. Чего там?
Они ушли? Да, уехали. Нет, они. Они еще тут. Че врешь-то? У них же сектор 11 там, все дела. Джоэл, посмотри, что тут полезного. Я все взял. Слушай, шеф. Как оружие-то модифицировать? Почему подсказки-то не было? Опа. Отлично. Че, все, пойдем, бабы. Здесь же ничего не открывается. Ну и все, валим туда вон. Надо загуглить, как модифицировать оружие. Без этого никуда. Тесс, нам сюда через трубу. Какая-то гадость течет. Вроде тут есть проход. Держись рядом, Элли. Ладно. О, отлично. И нет никого. Только вот. Стоп. Чуть не спалились. Чего у тебя не работает? Радар-то твой. Алло. Что-то у него радар перестал работать. И бегать он не может. Плохо. Вода, короче, это нас уничтожит как-нибудь. Че, все, мы проскочили? Или только начало было? Значит, баба зомби не зомби, ты поняли, да? Она антивирус, она ключ ко всему. Надо ее разрезать. Какой у нас план? Ну, допустим, мы доставим тебя к цикадам. Дальше что? Дальше мы за оружием пойдем. Марлин, она сказала, там своя карантинная зона. И врачи все еще ищут лекарства. Это мы уже слышали, да, Тесс? Я еще нет. А то, что случилось со мной, поможет сделать вакцину. О, боже. Она так сказала. А, не сомневаюсь. Пошел ты! Слышь! Я на это не напрашивалась. Я тоже. Тесс, нахрена мы в это влезли? Вдруг правда? Дерзить, смотри, малолетка. Вдруг, Джоэл? Доведем дело до конца, раз уж начали. Тебе напомнить, что нас там ждет? Что? Я знаю. Что нас там ждет-то? Почему мне никто ничего не говорит? Напомни мне, Джоэл, что за дела? Ты вообще, короче, баба неразговорчивые. Не вожусь с вами. Сюда. Пойдем через центр. К рассвету будем у Капитолия. Капитолия? Надеюсь. Это в третьих героях здание последнего грейда приносит по 10... А нет, по 5 тысяч в сутки золотых. А стоит 10 тысяч для постройки. Эх, помню, да, был герой третий, играл в них. Вот ты прыгучий. Музыка здесь прикольная. Реально прикольная. В Heavy Rain она была не прикольная. То есть там были свои саундтреки, вот эти вот какие-то пищалки, верещалки, которые нагнетают обстановку. Какие эти дома вблизи. А здесь реально саундтрек такой, какие прям. Высокие. Возможно, даже запомнится к концу игры. Что тут случилось? Власти разбомбили окрестности в карантинный зон. Надеялись прибить побольше зараженных. А это что за звук? Тесс, ты слышала? Это да. Эти. Но вроде бы далеко. Как их? Которые военные, про которых сказали. Прыгуны, фигуны, как их там. Тут опасно? Дерзуны. Пока нет. Идем. Я прыгать не буду. Нахер оно мне надо? Я не этот. Ого, нифиговая пропасть. Давай, вот, уже правильно, нифиговая. А вот и Капитолий. А, вон. Да, нам придется обойти. Каким боком-то? Это типа центр города? Ага, а теперь тут пустой. А можно скатиться вот так. Че вибрирует? Гроза? Так, ну че, бабы? Надо как-то думать. Куда идти-то? Здесь, а? Возможно. Просто других-то больше дырок нет. Встань. А, через дом полезем, все понятно. Сюда. За мной, трещотки. Батя отведет вас к домам, к Капитолиям. Эй, Тесс. Иду. Надо к следующей серии разобраться, как оружие модифицировать. Надо загуглить это дело. О, путь, я думал котенок, а это крысы. Похож был на кота, отвечаю прям. Его разорвали. Ревуны или как их там правильно назвали-то? Еще свежий. Это плохо? Нет, можно съесть. Пойдем-ка отсюда. Подожди, куда вы торопитесь? Так, нам наверх, да? Нет, сначала вон там надо прогуглить. Ой, в смысле. Да, нет. Я думал, там что-то можно подобрать.
Днем было прикольней. Днем были яркие цвета, они мне нравились просто очень сильно. Что такое? Как раз таки эти хероборки. Двумя руками хватает, смотри, какой захапистый. Это единственная, наверное, нормальная, реальная игра, в которой мы можем поднимать все двумя руками. Еще один. Черт. Чего у них там за задание было какое-то? Что там было написано? А, окей. Читать. Журнал боевых действий М-254Е. 18.08. Прибытие в сектор 2438А. Никаких контактов. Выслан патруль на запад в сторону центра города. 21.00. Никаких контактов. 22.18. Никаких, блин, контактов. 23.12. Рядовой Этоутер доложил о контакте с зараженными КЦИ на второй стадии возле разрушенного офиса. Выдвигаемся на разведку. 23.40. Множественные контакты. Рядовые Этоутер, Шак, Улич погибли. Мы окружены. Отходим в здание. Эвакуация срочно. Похоже, они не дождались подкрепления. Будем иметь в виду. Чё за херня? Зараза, щелкун. Во, щелкуны, точно! Жуть. А с лицом у него что? Щелкал. Это значит, он давно заразился. То есть они... слепые? Вроде того. Они ориентируются по звуку. А, это плохо. Как летучие мыши. Если услышишь их щелканье, сразу прячься. Это, я так понимаю, мне она объяснила. Втихаря. Как бы я типа знаю, но... мне, короче, они... Черт. Взяли и объяснили. Все здание на честном слове держится. Добавки улучшают ваши навыки выживания. Подожди, а как их использовать? Где добавки-то? Их надо собирать. Вот, нашел! Отлично! Так, нож. Я не хочу улучшать нож. Вон оно что, я понял. Хотел загуглить, но не хочу. Так, лезвие. Как-то можно его улучшить прямо сейчас-то? Удерживайте X. Ага, два ножа стало. Отлично. Я думал, пистолеты можно будет улучшать. Ну, нет, так нет, насрать вообще. Чё-то эту аптечку схватил. О, еще один нож. Или это ножницы были? Ну-ка. А, нельзя. Я так понимаю, их прокачиваю, их становится больше тупо количеством. Нет, ничего. Так, все, короче, если слышим щелкунов, то в это время мы не... то в это время мы не щелкаем и идем потихой. Охренительно. Все просто охренительно. Еще раз, и я достану свой отцовский ремень. Жопу тебе напарю за этот, понял? Короче говоря, если щелкуны слепые, то они не видят света. Соответственно, с ними рядом можно ориентироваться по свету. Так, отлично, опять что-то можно преобразовать. Их станет 3, да? Отлично. А, возможно, это как бы этот, как его называют, он всегда, то есть мы находим нож, он всегда будет действовать 3 раза. Если так, то будет прикольно. Что-то джойстик вибрирует, сейчас что-то будет. Ну, мы проверим эту теорию, в конце концов. Если нет, то надо будет, возможно, их экономить для чего-то. Потому что тупо преобразовывать ножи, мне кажется, не очень полезное занятие. Сука. Ну-ка, помоги. А вдруг там щелкуны? Тихо. Убей его, да не... Не судьба была его тапком затоптать. Спасибо. Сейчас других привлечут. Конечно, обосраться его пол здоровья убрало. Поищем что. Да сядь ты, ходи передвижно. Вот это жесткач. Вообще беда, сам прям в ужасе. Это точно. Что у нас тут? Тряпочки какие-то, встань. Оставь мои бутылки! На, подлечись. Давай. Благодарю. Новый рецепт для создания ножа. Аптечка? Да ладно. Тряпка и алкоголь. Где-то мы это уже видели, кстати говоря. Совершенно прям-таки недавно. Это, в принципе, это не аптечка, это тупо временные средства. Она обеззараживает и перематывает, останавливает кровотечение. Это не аптечка. Аптечка должна содержать какие-то лекарства, которые должны лечить. Я что-то слышал сейчас, нет? Мне показалось. Ладно, потихой. Вот так. Сука, и нож сломался, а? Ну, жалко же.
Не дай бог, здесь не будет ничего такого. Что это было сейчас? А, тихо. Ух, как много всего, нихера себе. Ладно, не жалко нож. Пилюльки. Хорошо. Пилюльки вообще полезное дело. Так, а что мы можем сделать еще? Еще одну? То есть, да, я... Нет, он тупо, короче, увеличивает количество. Я думал, реально, они как бы... Один нож будет действовать 3 раза, другой нож подбираешь, будет действовать 3 раза. А вот херушки. Он тупо увеличивает текущее количество. Так, кирпич зачем-то выкинул. С бутылкой повеселее, бутылка бьется громче. Она должна побольше приманивать народу. А кирпич, он какой-то, в принципе, неадекватный. Подумаешь, маленько кому-нибудь по голове прилетит. Ну все, валим отсюда. Так, а мы откуда пришли? Отсюда, да? Да, точно. Короче, там кто-то топает, причем очень громко и очень много там народу. А здесь-то мы еще не обследовали ничего. Че это? Номинации какие-то. Что ж такое? Так, нам наверх, я понял. Че это? Че это? Че это? Глянь. Хрена себе. Ты перестань, ты хорош. Это. Элли, перестань. Что-то мне показали джойстиковы покрутить, я покрутил, а толку-то. Встань. Глянь, если там проход. Не, ну если она сейчас опять его сама затащит, это будет вообще шедеврально. Есть, нет? Чисто. Давай, Элли. Ну все, лезь. Я тебя не про проход спрашивал, а про... Ой, не про чисто, давай. А про проход. Нет, ну ладно ее. Но меня-то она как-то вытаскивает. Нереально, блин, баба качок. Запрыгивай, я полез. Эй, возьми меня. Давай. Оть! Вот как? Как она? Одной рукой она держит такого кабана. Причем у нее еще в рюкзаке пол кабана. Щелкуны? Черт, скорее, скорее. Отлично, молодец. Красава просто. Так, там еще один. А нам-то куда? Не, ну можно как бы его еще раз отвлечь. Вон туда куда-нибудь кинем сейчас. О, отлично. Бабехи! Так, его надо куда-то подальше отсюда отогнать. Вон примерно куда-нибудь туда. Он услышал, нет? Получается. Это самое главное. Главное, что получилось. Он и бутылку может на ходу подобрать. Ну что ты будешь делать, да? Ну это просто реально самая лучшая по управлению игра. Так, сюда он не залезет, правильно я понял? Вроде все. Элли, ты как? Стремновато, конечно. А так порядок. Да, конечно, подумаешь, всего-то каждый день с таким сталкиваемся. Секунду. Теперь вы, дамы. Давай, не стой. А может его назад затащить? Нет? Плохо, надо было забаррикадироваться как бы. Похода нет. В смысле полезем нет? Полезем обратно? Я тебе сейчас полезу. Сейчас все найдем, как нет прохода? Вон же, куда? Отойди. Охренительно. О, аттракцион, залази, сейчас покатаемся. Просто не смотри. Что? В смысле ты что? Серьезно? Конечно, что ты, давно в парке-то была? Ходи, нормально все. Сейчас я сяду и все обвалится, смотри. 100% прям. Нет? Ну ладно. Эй, давай быстрей! Прыгай! Что это сейчас чичукнуло? Идем, Эли. Да. Так, вон Капитолий, отлично, мы уже почти рядом. Не смотреть вниз. Смотри, там прикольно, смотри, какие виды. Красота же. Дела. Действительно. Дела. Давай тоже посвечу. А чё я, кстати, его выключаю, щелкну, же ничего не видит. Тихо, 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 а тут что-то есть. Опа, это мое. Этим я буду драться. На 4 удара, как я понимаю. Это тоже мое. О, револьвер.
Хорош. А в какой он у меня нычке? Так, смотри, носить с собой можно не только то оружие, что находится в кобуре. Дополнительное оружие можно держать в рюкзаке. Выберите оружие, чтобы произвести замену, чтобы рюкзак раскрыть. Удерживайте и крестик. Найдите нужное оружие, затем отпустите крестик. Окей. А, запомним, ладно. Да все, я понял, пошли. Да я понял, уберись, обучение. Что ты делаешь? Ай. Ты че, дурачок совсем? Ну, я сменил, ладно, отстань от меня. Спасибо. Бегуны? Бегуны? Пойду посмотрю. Останься с Элли. Это еще кто? Бегуны, щелкуны, их тут сколько вообще? Прыгуны еще какие-нибудь будут. Сируны, я не знаю, где они? Ага, один. Второй. Так, ну этих, я так понимаю, мы будем урабатывать. И причем тут надо отключать фонарик, насколько я понял. Так, а труба... Ой, труба попрочнее, давай. Отлично. Так, чувачочек. Тот меня запалит, нет? Не, не запалит. Пойдем-ка его задушим. Если его называют бегуном, значит он, сука, очень быстрый. И надо быть поаккуратнее с ним. Ладно, пойдем дальше. Где второй бегун? Вон он, падла, стоит. Иди-ка сюда. Так, он... Два! Так, а это трескун или как он? Это щелкун. Ой! Ты что ж делаешь-то, черт? Так, надо как-то приныкаться срочно. Ой-ой, застрял что-то. Где? Подожди. Вон туда. Так, прокатит, нет? Ну, глухой упырь. Поход дел недалеко, эта херня-то работает. Вот так вот. Опять сейчас не услышит ничего. Что-то стоит, не понимаю, что стоит. Не хочет никуда идти. Ну, не хочет, то не хочет. Ладно, давайте на этом на сегодня закончим. Ссылка на плейлист будет в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер. Комментируйте, ставьте лайки, смотрите следующую серию, где мы попытаемся без потерь прошмыгнуть мимо этих щелкунов, прыгунов, упырей, бегунов, всех подряд. Все, всем пока. Раньше здесь был мат.